Всем привет, друзья, с вами Малдер. Мы продолжаем играть в Ведьмака 3. Нам надо попасть каким-то хуем, блядь, каким-то образом вот туда, блядь, вот в ту башню. Как это сделать, я пока вот не представляю. Но вон ту летающую тварь надо еще забить. Ну, здорово. На упреждение, да, не попал. Может быть, покричать, постучать, блядь. Сим-сим, откройся. Не, ну, у меня такое ощущение, что где-то должен быть какой-то заплыв, блядь. Под этот вот... Форт, что ли, как это назвать, блядь? Я попал? Хуй знает, не знаю. Что-нибудь как-то, блядь, туда надо попасть. Короче, прыгаем вниз, ну. Прыгаем вниз. И сейчас будем что-то искать. Может быть, здесь где-то, блядь. Нет, тут очень мелко. Там еще... Ну давай, ныряй, Геральт. Там еще утопцы, блядь, заебывают. Пока еще не заебывают, но, наверное, скоро будут, блядь. Нам надо найти заплыв. Какую-то хуйню. Но я пока такой не вижу, блядь, вообще, блядь. Вода херовая, не видать ни хера, нахуй. Так, воздух кончается. Написано ясно, блядь, должно быть хорошо видно-то, а тут не видать ни пизды, блядь. Ну должно же что-то быть-то. Что-то по-любому должно быть. Так, вот это что такое тут у нас? Нет. Обследуем. Команда Кусто, блядь. Так. Но тут уже очень мелко, блин. Может, конечно, не через низ как-то. Блин, погода прям идеальная, она. А в этой херне не видать ничего. Может, подальше там где-то есть? Какой-то. Ныряй давай, блядь. Это дно? Это дно. Одинокая скала, блядь. Так. Не, ну это уже очень далеко мы уплыли. Очень странно. А сюда я залезть могу как-то? Не могу, да? А может здесь залезть? Меж мостом? Бля, утопец нахуй. Где он, сука? Вон он, блядь. Сдохни, пидорас. Где он? Блять, они же вот под землей у меня плавают как-то, блядь. Как его захерачить, блядь? Цыганский, блядь. О, вот он.
Вот какой-то, блядь, другой утопец, нахуй. Да, он еще есть. Магия — это место силы. Да какая, блядь, магия, пизду? Мне надо на замок как-то залезть, блядь, Геральт. Блядь, неужели это так сложно? Вот, смотрите, они, пидоры, плавают под землей, блядь. Где-то заплыв-то есть же, нахуй. Есть заплыв, блядь. Я ж, блядь, смотрю, козлы, блядь, под землей ебашню. Есть заплыв, блядь. Вот он. Отлично. Так. Ну, такое ощущение, что тут тупик, блядь. Бутылка, чертеж. Меч из Дориана. Клинок из Метины. Это не то. Это, конечно, заебись, но это маленько не то место, которое я искал. Что за мечи-то нам дали? Нет, мечи не очень хорошие. Да. Не, ну один заплыв нашли, ну, блядь. На дуре, блядь, больше нет ничего здесь. Только сундук и все, да? Хуй там. И лестница, блядь. О, да. Так. Лестница, бляха-муха. Посветлее сейчас будет маленько. Куда ты, блядь, полез, придурок? Ёбаный рот, я хотел там поджечь. Где у нас Игни? Чтоб посветлее было, блядь, маленько. А тут есть огонь. Так, мастерский серебряный меч. Акитон с Артскеллига. О, блядь. Ну-ка нахуй. И он хуже. Так, и Акитон. Тоже похуже. Не, ну все равно. Хуже, не хуже, блядь. Но мы это продать же можем. Продать, получить бабки, блядь, стать богатым и знаменитым. Надо этот весь хлам еще попродавать, блядь. Книга, блядь. Как уйти от встречи с гигантским судном? Давайте почитаем. В открытом море, где нет иных препятствий для взора, кроме линии горизонта, человек может поддаться ложному чувству безопасности и тем самым зачастую обречь себя на гибель. Ибо никто не знает своего дня и часа. И моряк тоже не знает. В какой-то миг точка на горизонте превратится в Нильфгаардский Драмон.
что летит к нему по волнам под всеми парусами, готовый вспороть борт жертвы своим острым носом. Быть всегда начеку – вот лучший способ избегнуть такой встречи. Нужно держать глаза широко открытыми, даже если воды тихи, как сытый младенец. И нигде не видно ни признака земли, ни чужого корабля. Когда зрение бесполезно, следует держать ухо востро, особенно в прибрежных водах островов Скеллиги. Ибо гребцы архипелага задают ритм гребли песней, а их громоподобные голоса разносятся столь далеко, что их часто можно сперва услышать и лишь затем увидеть. И это большое благо, то, что они выдают себя заранее. Ведь встреча с кораблем островитян вдвойне опасна, ибо корабль сей обшит металлом с носа до кормы, а плывут на нем свирепые и закаленные в битвах воины. Так, поджечь... Охотничьи сапоги, медвежья шкура. Кого-то убили, блядь, что ли? Ну, эта тварь, наверное, съела, блядь. Так, малый рунный камень, акитон Сардскеллига. Малый рунный камень, чернобог. Камень Марна. Так, чертеж, точеный болт, улучшенное масло против трупоедов. Так, что там за шкура-то новая? Не, тоже не очень хорошая. Так, ну где ты, тварь, блядь? Выходи на честный бой. Сейчас мы опустим эту херню. А идти-то все выше и выше надо. Лестница, правда, есть. Так, масло, хлопок, клинок из стир Тахайр. Блин, сколько мы тут оружия-то нашли? Ты посмотри, блядь. Где он? Говёный, что ли? Вот. Ну, я, кстати, более-менее нормальный. Стоит, блядь, 1000, блядь. Мой этого меньше, блядь. Из 9 хвост и лисицы-то. Ну, урон, порода, минус 10, блядь. Чуть похуже. Но, тем не менее. Так, вот. Дневник Добромира, блядь. Добромир, блядь. Отец, мне всю плешь проел, чтобы я на маяк лез костер с ним разводить. А мне-то до этого какое дело? Ну что за работу? 4 раза в день дрова носить и маслом поливать. Я бы уж лучше пошел в учение в какую-нибудь кузню в городе или в гномскую плавильню. В конце концов, дед наш, Амзвари, был кузнец и ведьмачьи мечи даже ковал. Может, и мне от него немного талантов досталось. Штаны сапера, малый глиф, а арда укрепленная кожа. Штаны сапера, блядь. Старпера, блядь. Я тоже говенный. Штаны старпера, блядь. Так, вон что-то еще там. Клинок из стир Тахайр. Ну, у меня ж такое есть, блядь. Ты че, блядь, мне тут? Это другой, что ли, какой? Минус 10. Да, другой, маленько. Вон он чуть пониже. И вроде бы приколюхи другие. А если я упаду, блядь? Что ты, блядь, делаешь? Ну, убери эту хуйню. Подбил, блядь. Ёбаный рот, ты чё нахуй?
Охренеть просто, бля. Чего я не сохранился-то? Я не думал, что она приземлится, бля. Сука, она на всю площадку, бля, приземлилась. Ёб твою мать. Это откуда же я сейчас начну-то? Я тут столько всего оббегал. Может, хоть с первого этажа, блядь? Ох, как здорово, да. Как здорово все-таки. Так, алхимический порошок. Ёпта, бля, я ж напугался. Так, акетон. Ну, все то же самое, отлично. Мы сейчас перед тем, как лезть, блядь, туда наверх, я сохранюсь, да и все. Так, да. Перед тем, как мост опустить. Так. Клинок. Бутылка воды. И хрен туды. Погнали. Это все? Нет, еще этаж есть. Надо ее как-то, блядь. Да я ее же захерачил почти. Она меня, сука, столкнула, блядь. Тварина, блядь. Так, дневник Добромира, блядь. Прочитали дневник Добромира, блядь. Штаны старпера берем. Сохраняемся здесь. И лезем. Арбалет берем сразу, нахуй. И игни. Повешу твою башку у седла. Удачно. Сейчас удачно. Так, все возьмем. Драконья чешуя, блядь. Убирай-ка меч-то, блядь. Сапоги топорника. Серебряный руб, да. Да, но тут нет того, чего мы ищем. А, погоди. Нету. Там где-то есть точильный камень. И еще какая-то хуйня. Сундук, блядь. Вон там есть еще какое-то помещение. Точно, там же лестница была, блядь. Точно, мы туда-то не заходили же. Я посмотрел, еще лестница, смотрю, блядь. Думал, блядь. Все самое интересное, это наверху. А, нет. Тут просто труп. Добромира, блядь, наверное, это. Так, стой, не сюда, блядь. Вот сюда. Да, вон что-то лежит, блядь. Охуеть. Так, хвост, свиная шкура. Скеликский гамбизон, блядь. Что дает? Так, это всю хуйню дает. Это что ли? Нет, а где скеликский гамбизон-то, блядь? Вот это? Ну, ужасно смотрится, конечно. Скеликский гамбизон, блядь. Так, обыскать, пустая бутылка, использовать. Вот, нашли. Запись ремесленника. Такого заказа у меня уже давно не было. Принесло ко мне тут ведьмака, которого наш баронет нанял нечисть бить. У нас тут призраки начали корабли на скалы загонять. Так вот, стал этот ведьмак в дверях кузницы важный, как принц какой-нибудь, и говорит, мол, на прошлой работе меч свой серебряный повредил. Клинок выщербился сильно, а в двух местах едва ли не сломался. Потом спросил, мог бы я его исправить, и чертеж мне вручил.
А еще новый меч выковать велел и немалые деньги за это обещал. Сколько же я с этим намучился. Обучался я, правда, у мастера Варнавы в Новиграде. И ведьмачье оружие ковать умею. Только, почитай, уж 3 года будет, как я последний раз за похожую работу брался. Так что попотел я изрядно. Однако еще до того, как я работу закончил, ведьмак загадку маяка разрешил. И пришлось ему в замок баронета вернуться срочно. Потому как остальное неразборчиво. Так... Есть. Блять, сапоги, ебаный рот. Гвардейцы. Нашли еще одну вещь. Школа Грифона. Школа Грифона. Школа Грифона. Ну, погнали в другой теперь замок. Сколько идти-то? До замок баронет. До замка баронетта. Блять, не туда. Замок баронетта. Угу. Нехорошо, вот тут эта херня, блять, открывается, блять. Топ сейчас пиздовали, блять. В обход, блять. В оплыв, точнее. Погоди, я сейчас портанусь до тут, да и все, что тут мозги-то ебать. Есть там есть, конечно, поблизости что-нибудь. А поблизости у нас есть дерево висельников, а хули бы нет. А хули бы нет, сэкономим столько времени, бля. Хотя можно было по берегу там пройтись, может быть, что-то там и лежит. Интересного-то. Может, какие сундуки, корабли. Так, 300 шагов. Пешком пойду. Плотвицу звать не будем. Замок баронетта, блять. Хотя можно и плотвицу вызвать, по большому счету. Мы тут уже походили, побродили. Так, что там? Волки, варги, одичавшие собаки. Собачье сало, мясо. Они тут дрыхли, блядь, а я на них напал. Ах ты, собака, блядь. Ах ты, сука. Кобель, блядь. Так, тут что такое? Бутылка вина. Кто-то напал на повозку. Зайка бегает. Так, это что такое? Это тоже какая-то телега, блядь. Это поселение? Нет, это заброшенное поселение, судя по всему. А я разве тут не был, блядь? Очень странно. Я не помню этого места. Так, нет, правда не помню. Может, какие разбойники были, блядь. У меня такое ощущение. Веревочная лестница. Вот это очень нужная вещь, блядь. Сапоги. Сандалики, блядь. Не был, блядь, походу не был здесь. Ох, ёпта, блядь, вон замок-то. Заброшенный уже 1000 лет, наверное, как, блядь. И вход хуй знает где, блядь, да? Зажгём на всякий случай. Там кто-то ходит, блядь. Эндриага. Эндриага. Слюни возьмем. Блять, темнотюга, нихера не видать, как обычно.
Зажигаем фонарь. Сохранюсь, пожалуй. Флорены, гамбизон. У меня вес-то, блядь, там сколько? Вес пока еще позволяет. Гамбизоны, флорены. Бля, вещей до хера надо. А, у меня вес 190 уже, прокачанный же. Мы же с вами поставили 60 килограмм плюс, блядь. Так. А, игни берем. Зажигаем. Что за хуйня, не понял, блядь. Эта свечка не рабочая, типа того. Очень грустно, блядь. Где, блядь? Там, блядь, медведки какие-то, нахуй. Погоди, там сундук лежит, блядь. А я его что-то и не заметил даже. Блядь, слепой, нахуй. Так, глиф. Так. Там вопросик он есть, кстати, сказать. Ну тут эндриаги, блядь, все уж поели. Так, это что? Айногмад Тайдморг. Написано не по-русски, блядь. Вверх, блядь. Книга обгорела, осталось только несколько страниц. Я уж не буду это читать. Я немного не понимаю, блядь. Подзабыл эльфийский, блядь. Так, это лошадь? Какая-то странная, блядь. Так, эндриаги, да? Не дотягивается. Хотел огонек зажечь вон тут. Паутина, блядь. Гори, блядь. А чё она не горит-то? Не понял. Шибальцов тогда спишь. Так. Ну там, кстати, какая-то дыра есть, блядь. Где? Кто, блядь? Ах вы, суки! Чё, как темно-то, блядь? И сюда, блядь! Где, где, где? Кто ещё там? Не вижу. Ещё одна. Гарпия. На, сука. Да, блядь, я думал... Все, вот, отлетело, блядь. Перья гарпи пригодятся, блядь. Редко где сейчас пока их можно увидеть. Гарпи, имеется в виду. Так. Погоди, погоди, там какое-то гнездо. Где, блядь? А, наверху, наверное, что? Или нет? Или здесь? Вот. А как его нам захерачить? Поджечь, наверное. Здесь гнездятся гарпии. И? Больше не гнездятся. Так, вот тут что-то есть. Показания ведьмака Георга. Я, ниже подписавшийся, Георг из Кагина, по профессии ведьмак, сообщаю следующее. В то время, как я пребывал в Велине, я был вызван в качестве специалиста проверить показания обвиняемого Бартослава из Любовной.
Он и же Бартослав был якобы виновен в гибели нескольких кораблей в окрестностях морского маяка, за который нес ответственность. Суда, ведомые обманным огнем маяка, налетали на прибрежные скалы, а за подобное следовало наказать смотрителя. Во время процесса Бартослав показал, что обязанности свои выполняет по совести, и за происшествия должны отвечать полуношницы, что блуждающими огнями обманывают штурманов. Проведя быстрое расследование, утверждаю, что в окрестностях не обнаружено никаких следов полуношниц. Нет также следов полуденец, заманух, обманников и иных призраков, что обожают сбивать с пути утомленных путников, как то морских, пеших или конных. Зато я обнаружил истинную причину катастроф. В них не виноваты полуденицы Вайт Супра. Однако же и смотритель маяка ответственности не несет. Происшествия эти случаются из-за окрестных крестьян, которые разжигают по ночам огни на холмах, а потом грабят разбившиеся корабли. На их след я вышел благодаря сыну Братослава. Он же указал мне отметины на оных костров. Согласно полученным мною сведениям, смотритель Братослав из Любовной не виновен в злодеяниях, в которых его обвиняют. Однако покорнейше вношу прошение, чтобы Сенешель обеспечил семью смотрителя охраны, ибо в свете обстоятельств, которые я открыл вместе с сыном Бартослава, наверняка найдутся и такие, что захотят ему отомстить. Сам я не могу взяться за его охрану, поскольку, приняв заказ на убийство дракона, рыщущего в окрестностях Кривоуховых холмов, должен буду вернуться на холмы убить там бестию, прежде чем у нас заказчиков моих разорвет. Подписано: Георг из Скагена, ведьмак. Составлено Винченцо Стоком, следователем королевской префектуры в Горс-Велине. Так, обыскать. Письмо Шурину. То, что я сейчас напишу, ты читай внимательно, Шурин. Как только письмо получишь, гони к фехтовальщику Крамеру, что сидит в Мариборе. Скажи ему, что у нас есть товар на продажу первоклассный и какие-то чертежи к ведьмачьим мечам. Ты, небось, репу чешешь и думаешь, откуда я такое добро вытащу? Ну так вот, пришлось мне одним ведьмаком заниматься, что был уже одной ногой в могиле. И смотрю я, как бедолага в агонии мучается. А сам думаю, что верно ему все равно. Все это оснащение, да и бумаженцы, уже ни к чему. А нам зато общее дело можно будет открыть, как его хозяйство удачно спихнем. Да ты не боись. Я у него не все забрал. Так что никто и не поймет, что у него чего-то не хватает. Ведьмак хороший мужик был. Сперва баронету помог с морским маяком разобраться, а потом того дракона убил, что мужичков сжирал. Только дракон-то тоже не пальцем деланный. Был и нашего героя сильно раздраконил. Уж как ведьмака в гробницу на Кривоуховых холмах положат, то я сразу бегом к тебе. Само собой интересно мне посмотреть, как же его положат в этой гробнице. Если мужики говорят, что там какой-то вампырь сидит. Послесловие. Забрал я еще у ведьмака какие-то баклажки, но они в дороге побиться могут. Так что я сам попробую всю эту ведьмачью выпивку за успех наших будущих дел. Твой родич Блащик. Идиот, блядь. Попробовал, нахуй. Он теперь лежит, нахуй. Так. Баклажки-то, блядь. Я выполнил задание, между прочим. А это типа все, что ли? Я хотел бы еще тут походить, посмотреть, что да как. Башня-то высокая, между прочим. Блять, ты серьезно, что ли? Так, погнали в башню. Сука, завалено, блядь. Блин, почему так темно? Ёпта мать, дождик, что ли, сейчас пойдет?
Блин, жаль, что тут все завалено уже. И ничего нельзя никак пройти, что ли, типа того? Не, дырков нету никаких. Дырков нету. Блин, может я зря спрыгнул? Сейчас с другой стороны. Так, лодка. С другой стороны, мы все тут сделали. Последний бастион. Так, последний-то бастион, это хорошо, конечно. Но нам еще тут есть чего поделать-то. Доп. Задание. Вот зайти к прорицателю. Где этот, сука, этот прорицательный? 1000 шагов, блин. Прорицатель где-то вот здесь. Риордон. Погнали в Риордон. Там, наверное, нет никого. Надо будет сходить к какому-нибудь кузнецу. В Риордоне-то там нет кузнеца, наверное. Хотя, может, уже заселили городок-то. Ну-ка посмотрим. Есть кто тут? Есть, вон старуха какой-то, это, блядь. Долорес. О, Риордан. Спасибо еще раз за помощь. Как дела? Надеюсь, чудовища не весь дом порушили? Думаю, время разрушило куда больше. Но я не печалюсь. В этом доме прошла вся моя молодость. Так что восстанавливать его былой вид мне только в радость. Надеюсь, тебе здесь будет хорошо. Бывай. Прощай, ведьмак. Береги себя. Береги себя. Время 7:30. Попробовать... Может быть, кимарнуть, что ли? Кстати, вот какие-то тут домушки еще есть непонятные. Ну, не развалины уже все. Вряд ли туда можно пройти. Зайти. Так, давайте кимарнем. Сейчас мы кимарнем с вами аж вот столько. О. Там мельница здоровенная, блядь. Так, это кто, блядь? Это зайцы так? Что за прорицатель, блядь? Прорицатель скажет правду, блядь. Какую правду? О, какое дерево, блядь. Ну, оно прям отличается от других-то. Нет, вроде. Вроде просто дерево и все. Заборы, блядь, какие-то. А, вот тут поселение есть. Домушка. А, это и есть мельница. Только она, по-моему, разрушенная. Ну, мы здесь были, блядь. Вроде бы. Работы нет, хлеба нет. Или нет? Не, мы здесь не были, наверное, да?
Так, баба валяется. Я помню, мы какую-то мельницу, под мельницу под какую-то лазили, блин. Может, это, конечно, не в этой части было. Так, где, блядь, ты? Нет, это пожилой человек. Прорицатель-то, блядь. Во! Тебя. Подойди. Старый мудрец, блядь. Ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз. У меня есть дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть. Давно у тебя видение? С детства. Как-то взяла меня мамка к деревенской ведьме. Вот я и свалился в котел с какой-то чародейской бурдой. А если серьезно? А если серьезно, то в юности ударило меня камнем по затылку. С тех пор я и вижу всякое. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушай. Я вижу белого волка, который входит в вековечные глубины. Он поет гимн безумия и отчаяния и призывает того, кто не умер, ибо умереть не может. Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Но если бы ты принес драконий корень... Это редкое растение. Редкое. Но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Посмотрим, может, оно еще там. Так, погоди-ка, с ним сыграть можно. 10 очков опыта, блядь. 10 очков опыта. О, ты вернулся. Я хочу спросить. Ну да, я играю в гвинт. И да, мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах. Птичка на меня не нагадит. Но в гвинт играть ясновидение мне не помогает. Разложим карты? Я сейчас последнего раза прям как-то это... Очкую, блядь. Так... У меня нет прям эксклюзивных карт. Вот это меня прям настораживает, блядь. Сейчас уже. Так, ладно, поехали. Он чудовище мехерачит, блядь. Так, плотву меняем. Есть, Детмальды взяли. Так, две боевых полоски, это заебись. Шпион, лечилка, все нормально вроде бы. Мгла. Может быть, мглу поменять? О, вот это более... Лучшая карта. Ясное небо. Так, сразу трех нахуй, да? А мы сейчас шпиона ему, нахуй. Сразу. Так, кто там, блядь, прилетел-то мне? Что-то я не рассмотрел. Хуя себе, блядь. Хуя себе, блядь.
А может быть, нам закончить, блядь? А давай я спасу вину. У меня 11 карт, у него 8. Так, ладно, хоть противника. Противник спасовал. Не дурак, блядь. Не дурак. Давай мы Рубайлу выкинем нахуй. Он все равно как бы бесполезен, блядь. Все, выиграли раунд. Давай, ебашим. О, мне еще одну карту дали. Чудовище опасное, блядь. У них разных умений много. Полосок выставляем. Девятнадцать сразу, нахуй. Охуеть, блядь, да и тут кача у меня нет, вот, к сожалению. Ладно, у меня тоже 16, блядь, с двух карт. Ого, блядь. Да ладно, нахуй. Что, блядь? Ты как это, блядь? А что фальтест-то делает, я уже забыл. Мгалу, блядь. Ну, мгалат это лучники, ёптвою мать. 70, блядь. Мне столько и нету, блядь. У меня просто в сумме столько нету, блядь. У меня только погодные, что ли, остались, блядь. Ох ты ж, ёб твою мать. 80, блядь. Противник спасовал. Ясен хуй, блядь, спасовал, блядь. Мне еще надо 30, блядь, это наковырять, блядь. А у меня нету, блядь. Не, ну если бы не доткач, блядь. У меня просто в сумме столько нету карт. Если бы не доткач, конечно бы я бы выиграл, блядь. Поражение, блядь. Охуеть. Добрые боги послали мне победу. Что ж, загляни еще как-нибудь на партийку. Загляну, блядь. Загляну. Давайте сохраняться тогда, что ли, до следующей серии, блядь. Серии. Я не знаю, как его можно выиграть, блядь. Ну, попробуем. Его обыгрывать надо. У него какая-то эксклюзивная карта есть, которую он нам обещал. И мы ее обязательно заполучим. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.